Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах. В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который на самом деле уже давно выпускается. От обычной Lada 4x4 исполнение Bronto отличается пакетом доработок. Покупая такой внедорожник, клиент получит колеса размерностью 235 на 75 R15 вместо штатных 185 на 75 R16. Самоблокирующиеся межколесные дифференциалы винтового типа, усиленный задний мост, увеличенный на 35 мм дорожный просвет, усиленные пружины спереди, а также другие амортизаторы, которые отличаются увеличенными ходами. В базовую комплектацию Lada 4x4 Bronto входят ABS, кондиционер, подогрев передних сидений, электрозеркала, рейлинги или экспедиционный багажник. Дополнительно можно заказать усиленную защиту картера, коробки передач и раздаточной коробки, съемную лебедку, тягово-сцепное устройство, противотуманники и дополнительные фары на поперечине рейлингов, а также один из 7 вариантов окраски камуфляж. Стоит такая Нива от 656 тысяч рублей, тогда как самая дорогая версия стандартного внедорожника предлагается за 508 тысяч рублей. Правда, у такой машины не будет легкосплавных дисков. За 39 тысяч рублей можно заказать вышеупомянутую камуфляжную окраску, а дополнительные 25 тысяч позволят украсить кузов оригинальным пластиковым обвесом, чтобы Bronto была не похожа на другие Lada 4x4. При выборе этих опций цена подскочит до 720 тысяч рублей. Уважаемые подспишники, тем, кому не понравилось, как я зачитал этот видос, могу посоветовать поставить ему дизлайк, а также отложить небольшую личиночку в комментариях. Всем пока!